Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. Что? Комедия. Сабура Арасака. 150 лет жил. Что? Комедия. Сабура. Ты не грусти. Мы выберемся. Что? Комедия. Ты не грусти. Мы выберемся. Что? Скажи это, Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Слышь? Не срывайся. Скажи это, Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Как оно все? Слышь? Не срывайся. Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Как оно все? Слышь? Не срывайся. Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Как оно все? Несем большой! Магазин пустой!
Пошлёшь нас нахуй! Неплохо. Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насос! Решил, сохраняйте спокойствие. Чего? Проезд заблокирован. Автомобиль замечен послушным сигналом противника. Я разберусь. Джеки, ты белый как мел. Видишь, я говорил, мы выберемся. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Езжай быстрей! Я делаю, что могу. Потерпи еще немного, Джеки, слышишь? Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мисти, она знала. Она все знала. Скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи, мышей и Джеки. Thank you.
Пусти. Тебя ждут. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. Переходим к главной теме. А где Джекстер? Остался в машине. Да, он там. Он мертв. Соболезную, друг. А где чип? Сын покойного Сабура Арасаки, Юринобу Арасака, во всем обвиняет конкурентов корпорации. Тем не менее, доказательств их... Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Это понятно. Поэтому нам нужно валить из Найт-Сити. Нам? Ты же фиксер. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Текст, ты ёбнулся! Я выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда не... Тихо, тихо, успокойся. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги.
ними, блядь. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Иди сюда. Да хрен с ней с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Привет, шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно? Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент. Башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёртвый, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транни. Вперед! Противник, вступаю в бой! Приготовиться! Твою ж мать!
кажется, ты прав, но гонял с одеждой и юбкой. Джонни, груз. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Качай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Ребята, уже из лифта! Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Есть еще кое-что. Мне нужно подключить это к их подсети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на Арасаку! Это все ради твоей ебучей фанатки! Такие, как ты, никогда не поймут бестии. Пойдешь сам, без меня. У тебя 4 минуты, потом мы улетаем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Позиция опустела! Займите! Помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мерфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина, мы в телевизоре! Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, «свалить памятник корпоративному колониализму». Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу! Прикончу.
はい、まだ生きています。わかりました、向かいます。Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че этот добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Кажется, шеф недоволен вашей работой. Отцы. Тюксетзонасюзу. Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назе коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что ва усоцки, дивун дисин ва азам. だが、シャは違う。シャは雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 А ты... ты кто такой? Thank you.
он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. О! Арасака-сама, Отто-сама, но сацугайхан мицукемашита. Коно отоко де мачигае аримасен. Хай. 1 сикан го ни ва цукукато. Блядь! Тихо. Слышишь меня? Мне нужна помощь! Теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком.
Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает! Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Меня слышишь? Как больно. Как себя чувствуешь? Блять. Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом, только не смейся, я подкладываю бомбу под Росака Тауэра. Было бы над чем смеяться. Найт-Сити выглядел по-другому, незнакомо. И я ненавидел его. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. Подожди. То есть на чипе в моей голове записан настоящий террорист? Ну да. Джонни Сильверхенд. Его звезда закатилась больше 50 лет назад. Слышал про подрыв штаба Арасаки? Его работа. Говорят, он погиб под развалинами.
Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Есть что-то хуже террориста в моей голове? Биочип — это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Ви? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это... это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Поговори со мной. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулся с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Че ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет... жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить.